Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас с вами разговор будет про одну любовь, про единственную любовь. Ну, то есть про аромат он Жан Луи Шерер, который называется One Love. Аромат этот, друзья мои, приобретен был мною не так давно в интернет-магазине Рандеву. Помните ту большую посылку, где было много таких интересных ароматов? Обзоров, на которые не так-то уж и много, поэтому я рекомендую смотреть. И помните, я сказала, что хотела рассказать обо всех сразу, но потом решила пусть помаленьку, но про каждый. Именно потому, что обзоров нет, а ароматы есть, и очень хочется, наверное, кому-то эти ароматы послушать, но послушать их негде. Ну значит, вот послушайте меня и мое о них впечатлений. Итак, Жан-Луи Шерер One Love. Это уже не первый аромат от бренда Жан-Луи Шерер в моей коллекции. Вот видите, стоит за моей спиной прекрасный Pop Delight 3 от Жан-Луи Шерер. Это великолепная роза в специях, тяжелая, в дыму, в древесине. А это аромат, который у меня в руках, и он совершенно-совершенно другого плана. Создан он в 2015 году, работал над ним парфюмер Томас Фонтейн. Аромат, как я уже сказала, был заказан мной в интернет-магазине Рандеву, где вообще бренд Жан Луи Шерер представлен неплохо. Я, кстати, еще кое-что хочу. У меня откинуты в хотелочке еще некоторые композиции. Ссылка на аромат, естественно, в описании, промокод, естественно, в описании. Повторяться не буду, вы все прекрасно знаете. Но должна сказать вот что. Я думаю, почему же, интересно, я так долго размышляла, прежде чем этот флакончик приобрела. Почему же у меня до сих пор этого аромата не было? Но ну, давайте сначала посмотрим на эту элегантную коробочку. У меня тридцаточка. Забегая вперед, я вам скажу, жаль, что тридцаточка, хочу ведро. Это именно тот аромат, про который хочется сказать, что он обязательно нужен мне в большом флаконе. При этом я, естественно, не буду использовать его каждый день. Это аромат не для каждого дня, но об аромате чуть попозже еще раз. А коробочка элегантная, плотная, белая, с золотом и крупно, единственная любовь. Одна любовь. Флакончик тоже супер элегантный. Кто помнит флаконы Жан-Луи Шереры, вот этого красавца я вам тоже показывала. Только там у меня 50, а вот тут 30. -ка. Они очень похожи, эти флаконы. Этот маленький смотрится даже еще элегантнее, еще интереснее. Знаменитые грани этого бренда, знаменитая крышка. И крышка у бренда всегда металлическая. Она такая тяжелая, тяжелая на все супер элегантно это золотая вставка сверкающая выглядит флакон безумно презентабельно и дорогие мои если вы знаете что человек вам близкий человек вам дорогой человек которому вам хочется сделать приятное любит Шипры, цветочные шипры. Можете смело закидывать в корзинку этот аромат, потому что перед нами великолепный, супер элегантный цветочно-зеленый э, шипр. Я, кстати, не отношу себя к большим фанатам шипровых композиций, но это меня покорило. Это меня покорило. Сейчас я возьму в ручки блоттер, и мы с вами, конечно же. Поговорим об аромате поподробнее. У него такой и, и даже прыск у него такой элегантный. М -м -м, цитрусовый старт с древесным оттенком. Это мягко и сразу чувствуется женственная пудра, и сразу есть ощущение некой пикантности. Эту пикантность придает аромату шафран. Я знаю, что слово шафран очень многих пугает, и сразу говорят, ой, не-не-не, если шафран, то мне не надо. Почему-то сложился такой непонятный стереотип. Если шафран, то бакара. Друзья мои, шафран далеко не всегда бакара, и даже чаще всего не бакара. Здесь он придает оттенок легкой, элегантной шершавости, вот этой самой шипровости. И это мне очень-очень нравится. Итак, цитрусово, древесно, мягко и при этом чуть-чуть шероховато, и при этом чуть-чуть припудрено. Вот так стартует единственная любовь от Жан Луи Шерер. Старт мне нравился. Нравился у этого аромата. Я наслаждалась стартом, ну а когда начало расцветать цветочное сердце, это стало для меня истинно one love. Представьте себе пушистые шарики мимозы с чуть горьковатой зеленью, которая их окружает. Представьте себе легкую тему сирени, ненасыщенной сирени, такой легкий сиреневый флер и при этом ощущаются и ее прохладные влажные листочки, и ее чуть-чуть древесный аромат стебельков. Представьте себе ирисовую дымку, бархатистую, благородную. А теперь, и когда вы это все представили, вы можете ощутить этот аромат. Шарики мимозы, легкая сирень, бархатистая ирисовая дымка. Это удивительно по-весеннему, это удивительно настроенчески. Это без женственности. Это звучит дорого-дорого, красиво-красиво. Аромат из этого флакончика, да, он современный, но он оставляет ощущение старой классической французской школы. Ретро-звучание при этом абсолютно-абсолютно никакого нет. Нет попсовости никакой. Есть такая благородная-благородная изысканность. Эту благородную изысканность в базе подчеркивает ветивер и древесный мох. Аромат создан недавно. Аромат, в общем-то, недорогой. В тридцаточке очень удобно его приобрести. Любителям шипров от души советую обратить на него внимание, потому что аромат, безусловно, выделяется на общем фоне современной люксовой парфюмерии. Я неоднократно подчеркивала, что мне не нравится современная люксовая парфюмерия. Не нравится. Она вся какая-то попсовая, вся какая-то кричащая, вся какая-то, ну, такой, знаете ли, чуть ли не ширпотреб, вот честное слово. А это это аромат для тех, кому нужен не хит, не попсовость, не цыганщина. Это аромат для тех, кому нужен стиль, для тех, кому нужен запоминающийся образ. Поэтому смело надеваем One Love для деловых встреч. Под высокий каблук, к строгому костюму, к вечернему платью, в театр, в ресторан. Аромат подчеркнет вашу значимость, Аромат дополнит образ успешной состоявшейся женщины. Ван Love от Жан Луи Шерер, друзья мои. Аромат, в котором без на гармонии, без вкуса. Я честно вам скажу, такого уровня от этого аромата не ждала. Я получила аромат, который поднял высочайшую планку действительно, и я теперь не знаю даже, какой из э, ароматов способен для меня, я говорю о люксовых сейчас ароматах, какой из них способен для меня эту планку пересечь. Пока что в обозримом э, окружении парфюмерном я такого не вижу. И я уже сказала вам, что с одной стороны я пожалела, что взяла тридцаточку, а с другой стороны я закажу обязательно еще большой флакон, и я сделаю так, что большой флакон будет у меня здесь в коллекции, а тридцаточка вот эта будет у меня с собой. Будет с собой, когда мне нужно будет вот такой вот аромат, который высоко очень держит эту самую планку. Друзья мои, One Love, единственная любовь, одна любовь от Жан-Луи Шерер. До новых встреч, добра и мира.